Нет, нам не сюда. Мы не сокровища. Здесь Нифльхейм не похож на лабиринт, где я был пару зим назад. Если ты выжил в храме Тюра, то да. Дым у мастерской Ивальди – настоящий яд. Эй, а почему мы не можем просто долететь до маски? Думаешь, мне охота тебя столько тащить? А ты силен? Я тебе не вьючная лошадь. Вали отсюда! Для труд. Ты это понимаешь? Мне не нужны поучения от тебя. Просто найди фрагмент. Нам надо пройти сквозь эту стену. Сможешь? Сперва надо кое-что сделать. Не спеши. Теперь можем идти. Я даже не знаю, чего ты пытаешься добиться, но ты даже не представляешь, через какое дерьмо я прошел. Ну да, полувеликан и сын могущественного бога с невероятно высокими требованиями. И впрямь, откуда мне знать? Арбатрик!
Я ничего не добиваюсь, просто говорю, мы не такие уж и разные. Я не ищу себе новых родственников. Опять стена льда. Тор, ты мог бы... Ладно, я только еще добавлю, если тебе не дают быть собой, значит, не дают и самому выбирать свой путь. Это тебе ничего не напоминает? Жизни и правда чем-то похоже. Что это меняет? Глупо жаловаться на то, что мы не можем изменить. Почему не можем? Thank you.
мы ведь от нее далеко, да? Довольно-таки. Проклятие, древний! Снова это нытье. Указать другому на проблему – это не нытье! Ты, небось, рад, что я тебе так помогаю на этот раз. Не благодари. Их на куски, бум, и дело с концом. Не надо думать, не надо Вон туда, чуть вперед. Это будет весело. У меня такое чувство, что нам не сюда. И что? Я же сказал, будет весело. Так и было. Что ты скажешь им, когда снова увидишь? Я про Сиф и труд. Если все отец будет доволен, остальное не важно. Слушай, никто не просит тебя решать мои семейные проблемы. Найди маску и уберемся отсюда. Нам наверх. Кажется, я вижу путь. Один проход сейчас будет. Наслаждаешься свободой, пока твой фатер не стоит у тебя над душой? Я, наверное, да. Это не то, к чему я привык, но мне нравится. Нам надо забраться на эту скалу. Я думаю, это... Нет!
думай! От предвкушения только лучше. Не думаю. Могу посмотреть. Слишком просто. Я надеюсь, для вас, Сиф и Труд, все сложится хорошо. Знаешь, надеяться лучше, чем думать. Это уже что-то. Ты здесь? Держу. Ух, чуть не сорвался. А, спасибо, Тор. Я не хотел лишиться. Локи, ты смог. Мы стоим на пороге величия. Наша с тобой заслуга. Не за что. Извини, ты здесь зачем? Его отец убил Хеймдаля, Форсети узнал правду. Взять его! Нет, я запрещаю его трогать. Ты сказал, что больше не прольется кровь асов, что семья важнее всего. Это ведь месть за то, что мы держим его здесь. Он поставил под угрозу твою внучку. Из-за него страдает твой сын. Хеймдаля убил не Локи, а его отец. Твоя дочь имеет право на свои ошибки. А твой муж снова запил по собственной воле. Свободно! Вы двое со мной. Ты не видишь, что происходит? Он не защищает нас. Магни, Моди, наши дети. Мы рассказывали им сказки у костра. Ты ведь помнишь? Вырезали лошадок из дерева. Играли, смеялись, пока не зайдет солнце, и они не уснут у нас на коленях. Всеотец швырнул их в своего врага, как хрупкие лезвия в камень. Ради чего? Труд ждет то же самое.
постелях. Рассорил меня с отцом, с дочкой. Я не понимаю, о чем идет речь. Знаешь, я тут придумал, чему я могу тебя научить. Йотун. Синдри, не подведи. Гверси! Синдри, ты знаешь, как спланировать побег. Атрей. Я рад, что ты цел. Едва успел. Но думаю, путь в Асгард мне теперь закрыт. Погоди, а что вы здесь делали? Синдри сказал, где тебя вынесет, если случится беда. А я-то подумал, вы пошли без меня. Нет, просто твой отец забеспокоился. Хотя, раз ты упомянул... Мимир. Брат, пожалуйста. Дома людно и тесно. Ты не скучаешь по тем временам, когда мы путешествовали втроем? Ты оттягиваешь неизбежное. Вот именно. Не самая плохая мысль. Мне хочется показать им маску, но я потерплю. Они подождут. Спасибо, брат. Закончишь историю? С радостью. Говорят, Яри и Сомр поклялись в вечной дружбе на полях Йотунхейма. Что-что? Как они туда попали? Не знаю. Суть в том, что они прошли через множество походов, повидали места одно краше другого. Но оказалось, что более важна не конечная цель, а сам путь, проделанный вместе. А то, у чего нет названия? Это и был их дом. Яри и Сомр обрели его друг в друге. Мимир,
Помнишь статую Тора на озере, когда оно было? Почему она не похожа на Тора? Сначала так и было, пока статую не увидел Тор. Второй скульптор изваял более лестный образ. Тогда ясно, почему статуя Одина не похожа на Одина. Thank you.
Ha! Ha! Ha!
получилось. Как теперь открыть ворота? Хаука! Да! Класс. Попался в ловушку. Что? Ничего, просто веселюсь. Я бы выстрелил, но дверь. Ура! Что это за место? Отец, смотри! Родовой герб Сигрун. Это сокровищница ее семьи. Зоркие у тебя глаза. И наверняка за этой дверью и в сундуке теперь у нас есть обе части ключа. Проверим, подходит ли он к замку. Это важно. Берегись! Скелет? Не знаю. Да и не хочу знать. Здесь покоится владыка Даг. А? Какой еще Даг? Ее брат? Мимир, ты знал, что у нее есть брат? Не знал. Получается, возлюбленный Сигрун без ее ведома убил всю ее семью, ее брат ему отомстил, и Сигрун его прокляла. Какой кошмар. Ну, в качестве вампирии она наверняка сделала много хорошего. Да, ты прав, парень. Мимир, ты в порядке? Да, да. Забавно. Теперь я только сильнее ее люблю. Она выбрала меня, несмотря на мои ошибки и недостатки. То, что и у нее они были, сближает нас. Отрадно слышать. Еще одна схема Двалина. Ты говорил про совесть. Да. Он понял, что асы будут использовать его оружие, чтобы перебить его собственный народ. Так что он вырвал страницы со схемами и разбросал их. Что с ним стало? Всеотец об этом узнал. И слегка огорчился.
Ясно! Вонючих призрачных берсерков, задай им жару. Все 9 миров спасибо скажут. Ого, Мимир, откуда ты знаешь этих духов? Что у вас случилось? Если вы не против, я не стану ворошить прошлое. Хорошо. Это нам точно нужно. А Атрею? Очищу инструменты.
Эй, я вернулся! Эй! Ты вернулся! Я позову Тюра. Если хочешь, посиди с нами за столом. Видишь? Я же говорил, что ключ не подведет. Потому что ты стукнул по нему молотком? Ничего не понимаю в магии гномов. Я тоже. Лонда как-то сделала мне нагрудник из собачьего лая. Ты жив? До сих пор не могу. Все в порядке? Да. Надеюсь, эта штука стоила всех усилий. Ты достал ее? Что она тебе показала? Я ею не воспользовался. Они узнали про Хеймдаль, и мне пришлось бежать. Но и Один ею не воспользуется. Но если ты ничего не узнал от маски, выходит, ты просто украл то, чем Один дорожил больше всего. После того, как твой отец убил его самого верного слугу. Нам грозит опасность. Даже здесь. Выбора нет. Найдем Сурта, дунем в Гьялархорн и призовем Одина к ответу. Сейчас же! Ты готова уничтожить всех в Асгарде и зовешь это самозащитой? А он хоть иногда что-то предлагал или только критикует? План очевиден, и вы на него смотрите. Чтобы ее использовать, Один не нужен. Мы можем пробраться в Асгард и вызнать все сами. Можем узнать, как, наконец, помешать этому пророчеству о войне сбыться. Вот только, прошу прощения, в Асгард не попасть. Но дудка-то у них, верно? Ты предлагаешь пробраться в Асгард и дунуть в дуделку, которую слышно во всех мирах? Я хочу, чтобы ты заткнулся уже нахрен! Прошу, просто обдумайте это. Маска. Знание, что она сулит. Я так скажу. Легких путей не бывает. Атрей, ты носил ее. Что думаешь? Может, это шанс. Сможем поторговаться с Одином в худшем случае. В лучшем, если она правда даст нам ответы, мы отыщем свой путь. И никто не умрет. Дивно. Осталось лишь попасть в Асгард. Я знаю, что был для вас обузой. Вы спрашивали себя, зачем было меня вызволять. Я тоже. Но я понял. Вот для чего я вам нужен. Вот моя цель. В последний раз я возьму свое копье и... Я отведу вас в Асгард. Постой-ка! Если ты знаешь дорогу в Асгард, какого же рожна ты все это время молчал? Это обоснованный вопрос, брат. Ты знал, но не сказал. Ты бы поставил нас под удар. А Локи нужно было время, чтобы найти свою судьбу. Вот она. Все вело к этому. Если мы проникнем туда, я пойду за Одином. Я не стану тебе мешать. Мы все успеем. Верно, брат. Если с маской ничего не выйдет, хоть застанем его врасплох. Согласен. Тогда за дело. И скорее, пока он нас не ждет. Сюрпризы он не любит. Нет, погоди-ка, дылда. Я все-таки хочу сначала послушать, что же... Это за лазейка вот такая. Излагай. Это древний путь. Отсюда к нему не выйти. А откуда? Дай мне собрать вещи, я покажу. Да нет у тебя вещей. И куда это ты пошел с маской? Брок! Это маска парня. Он ее заслужил. А у тебя из заслуг только сносная похлебка. Брок, все нормально. Ненормально. Неправильно это. Что-то тут одно с другим вообще не сходится. Скажем, с чего это вдруг он назвал тебя Локи, а? Ты знаешь, его зовут не так. Эй, я с тобой говорю! Когда-нибудь заткнешься! Брат! Вот прицепился. Один. Отпусти его и сразись со мной. Скажи брату, чтобы кинул мне маску, тогда отпущу. Стой на месте. Если он умрет... Тише. Я так не задумывал. Но если умрет за Хеймдаля, мы в расчете. Хотя обмен неравноценный. Я тебя убью. Думай об этом. Угу. Так приятно снова тебя видеть. Крея, сюда! Везде сразу не поспеешь, фрик.
делает? Эй, я стою, и ты стой! Не то еще пожалеешь. Я жалею о многом, но твоя смерть меня не опечалит. Отпусти сына! Здесь командую я! Брось мне маску! Живо! Отрой! Жаль, сынок. Все-таки быть в войне. Пожалуйста, спаси его. Ты должна... Не вздумай. Не смей. А если я вернусь к озеру? Хватит. Что ты сделал? Я прощаю. Только перестань. Просто смирись. Брок. Это время? Ну? Что нам теперь делать? Теперь мы убьем Одина и всех, кто встанет на пути. Отрой. Идем. Что? Куда? Это не важно. Ты уходишь? С нас хватит. Ты не можешь взять и уйти, Кратос! Мы должны остановить Одина! Ты нам нужен здесь!